Покажи камеру, вызывай ГАИ. Камеру у тебя есть, говорит. Вот, камеру. Давай. Камеру. Ну хорошо, 9 камер, 9 давай. Камер. Ну хорошо, камеру показываю. Я же не знаю. Все, страховка дали, а? Хамон, страховка есть. В чем проблема? Давай, вызывай ГАИ. Я Абдулгафор. Меня Абдулгафор зовут. Что и что? Покажи, говорю. Я за своего брата. Мимо проехал, увидел своего брата, остановился. Давай покажи. Ты будешь показывать или нет? Я с тобой не разговариваю. Ты нормальный вообще, нет? Да. Я его брат, я тебе еще раз говорю. Я его брат. Вызывай ГАИ. Вызывай ГАИ, давай. Я с тобой не разговариваю. И он не будет говорить с тобой. Вопросы есть? Есть вопросы. Ну, теперь кому будет вопрос, если он не будет говорить? Вообще говна закатывай. Брам, мужчина, бщи. Брам, бщи. Короче, смотрите, ребят. Проезжаю мимо. Вижу конфликт. Вижу нашего брата. Этот тип гад... Эй, снимай. Ты, я тебе еще раз говорю. Снимай. Иди отсюда. Руку убери. Руку брал, я тебе еще раз говорю. Вот. Машина, смотри. Ты что говоришь? Татьяна 007, Карина Харитонов 197. Вот. И что самое прикольное? Он не зацепил. Он ему предъявляет то, что как будто газел его зацепил. Хорошо, что машина не мытая, ребят. Смотрите. Грязный, мытый. Да? Сейчас, подожди. Если бы он зацепил бы, то сразу видно было, и грязь тоже уходил бы. Мужи, аску. Эй! Эй! Ты куда убежал? Куда? А, на секунду останови. Эй! С места ДТП нельзя же! Короче, он бежит от меня. Я его прошу останавливать, он не останавливается. Вот так вот мошенники разводят. Короче, в итоге я его догнал. Ребят, я говорю, если именно он сделал, давай вызовем ГАИ. Поедем на экспертизу и все. Нет, человек не хочет. Вот ему сигналю, зову, игнорирует. Я не знаю, ребят, это мошенничество или может парень просто думал, что это прокатит, а может он и не понял то, что... Возможно, жена его протаранила его машину, он не в курсе был. Хорошо, что машина грязная была, и мы как бы вовремя поняли это.